Юбилей звезд. 5 мая 2021 года. Кириллу Кузнецову 30 лет. Лучший сериал с его участием в «Созвездии Стрельца» 2015 года. Игорь Юдин отмечает 30 лет. Лучший фильм с его участием «Подольские курсанты» 2020 года. Снежане Ерискине 30 лет. Лучший сериал с ее участием «Глухарь», продолжение 2009 года. 40 лет Зэку МакГоуну. Лучший сериал с его участием «Бесстыжие». Даниэль Фишел исполнилось 40 лет. Лучший сериал с ее участием «История Райли». Йону Вирго 40 лет. Лучший фильм с его участием «Черный ястреб» 2001 года. Исю Дэвис 50 лет. Лучший фильм с ее участием «Добро пожаловать к Райли» 2009 года. Том Шенли разменял шестой десяток. Лучший фильм с его участием «Веселые каникулы» 2011 года. И последний на сегодня юбиляр Лиза Блейк Ричардс. Сегодня ей исполнилось 80 лет. Лучший фильм с ее участием «Джеймс Дин» 2001 года.